на канале «Домашний» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Как мы любили друг друга», выход которой ожидается 25 октября. В центре сюжета сериала две семьи. Аня и Олег, Вадим и Лена оказываются вместе в загородном пансионате. В обеих семьях накопились проблемы и взаимные обиды. Ситуация осложняется тем, что Олег и Лена когда-то были серьезно влюблены друг в друга, но расстались. И вот теперь, при новой встрече, их любовь вспыхивает снова. Узнав об этом, супруги влюбленных пытаются спасти свои разрушающиеся семьи. В ход идет все. От попыток Анны и Вадима измениться самим, чтобы заново соблазнить неверных супругов, до манипуляций детьми. Но все это приводит к противоположному результату. А именно, разоблачению обмана и окончательному уходу Лены и Олега от своих половинок. Что ждет главных героев? Любовь и счастье? Или полное разочарование? Главные роли в сериале исполнят Маина Чижевская, Артем Осипов, Андрей Фролов, София Хандамирова и другие. Премьера 4-серийной мелодрамы «Как мы любили друг друга» состоится 25 октября на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.